за себя заплатить, старается. Я никогда не жалуюсь, у меня всегда все считаю, что было, но у нас 100% не было такого, что здесь в Америке у людей по 3 машины, и они еще считаются бедными, или, не знаю, как бы, я считаю, что мы жили в тот достаток для нас, но по сравнению с Америкой здесь это считается очень бедно. Так, и самое нелюбимое, то что я считаю, что иногда не все люди, но здесь люди, они не понимают и не ценят то, что у них есть. Там, допустим, мне своих друзей нужно постоянно уговаривать пойти куда-нибудь там. Пойдемте посмотрим на голливудский сайн, знаете, когда там это над горой написано «Hollywood». Пойдемте посмотрим там, или пойдемте в Сан-Франциско посмотрим на мост. Для них это «да шо, мост, видел 100 раз».